Всем привет, с вами мы превратим вот эти вот продукты в очень вкусный банановый кекс. Берем глубокую тарелку, обязательно в цвет банана, иначе ничего не получится. Насыпаем в нее стакан муки, пол столовой ложки разрыхлителя. Насыпаем немного ванилина и все тщательно перемешиваем. Добавляем одно яйцо, столовую ложку молока и коричневый сахар. Он нужен для того, чтобы придать кексу кремовый оттенок. Нам нужно 2 столовые ложки или же 5-6 кубиков. Перемешиваем все ингредиенты вот в такую вот кремовую массу. Берем один банан, разламываем его пополам и разминаем до такого вот состояния. Добавляем его к общей массе и также перемешиваем. Ставим кекс в микроволновку на 1,5 минуты. После чего еще секунд на 30-40. И теперь осталось только приготовить себе кофе и насладиться этим вкуснейшим кексом. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем спасибо, всем пока!